Кружится, 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 кружится. Кружится, кружится. Кушать пойдем? Маленький Мирон, как и все малыши, на одном месте долго сидеть не привык. Ёрзать на стуле – это замело душу. Хорошо, что есть мультики и переносные тканевые стулья для кормления. Мамина подмога. Это мобильный тканевый стульчик. Очень удобная вещь, особенно если вот часто ходишь по гостям. Вот, приезжаешь к бабушкам, у которых как бы не поставишь везде все-таки детские стульчики. Подходит это изобретение деткам от 6 месяцев. Такой вспомогательный арсенал молодая мама находит на просторах интернета. Заказ приходит в течение месяца. В красноярских магазинах это ноу-хау еще редкость. Они стоят в районе 1000 рублей, 1000-1500, цены как бы разнятся в этом промежутке. Вот маленький мешочек, занимает очень мало места, войдет в любую сумочку. Удобно, практично, для путешествий и походов по гостям, ремни, защелки и пуговки. Вот и весь секрет чехла. Одеваем на стул. Здесь все регулируется, то есть каждая кнопочка, каждая пуговочка, она для чего-то нужна. Додумались до такого английские производители. Недурно, но согласитесь, современная мама уже не может себе позволить сидеть с чадом денно и ночно в светлой горнице. Улица зовет. В магазин надо, в поликлинику, да и просто прогуляться с ребенком. Открываем закрома Виктории и находим чудо чудное – эрго-рюкзак. Моему ребенку исполнилось 4 месяца, и как любая мама, мне хотелось быть мобильной, оставаться мобильной, а эрго-рюкзак – это фактически необходимая вещь. Вот. Конечно, не как мобильный телефон, но близко к этому. Вот. Я изучила этот вопрос. На рынке сейчас очень много различных переносок, но хотелось бы, чтобы она была удобна для меня, во-первых, и, конечно же, безопасна для ребенка. Там может быть 3 положения: лицом к маме, на спине и на боку. Существует такое поверье, что ребенку будет более комфортно находиться лицом от мамы, но в эрго-рюкзаке такая позиция невозможна. Такая позиция возможна только в рюкзаке кенгуру, но там в чем отличие? Рюкзак кенгуру, ребенок там висит на промежности, он прям висит. Он воспитывает давление на позвоночник, на неокрепший позвоночник, который может так потом немножечко как-то сместиться. Жесткий каркас и ткань, капюшончик, поддерживающий голову. Эрго-рюкзак нельзя использовать, если вашему малышу меньше 4 месяцев. Цена на чудо-рюкзаки немалая. В среднем 2500 рублей. Носить ребеночка можно как и перед собой, так и сзади, как лукошка с ягодой, например. Руки, ноги свободны, голова от забот частично тоже. Отправимся в магазины и все же в интернете новинки выискивать. Слинка куртки. Это куртка 3 в 1. Которая состоит из 2 частей – самой куртки и съемной детали. Отдаленно напоминает фильм про восстание чужих. Визуально ребенок как бы вырастает из мамы. Цена на мамин трансформер почти 6000 рублей. Внутри синтепух, снаружи ткань водоотталкивающая, крой эластичный. Позволяет вам ходить в этой куртке и во время беременности, и после нее. Пристегиваем съемную капсулу. Маленький пупс Витюша, так его ласково прозвали продавцы, поможет нам оценить сие изобретение. Просто так помещать дитя, как мы сейчас, в курточку нельзя. Она его просто не удержит. Нужен слинг. Вот они, кстати, 1000 рублей за штуку. Плотное полотно с кармашками, литые кольца. Можно еще и дополнительно поддерживать ребенка в спецкарманах. И руки мамины греть заодно. А вот и спортивно-летний-весенний вариант. Рюкзачки кенгуру. Все они практически темных тонов, не марки. Прежде чем купить, изучить инструкцию. Кенгуру как конструктор, их еще и собрать надо. Понять для себя, что нужно в первую же очередь, это по весу. Они бывают разные по весу, во-первых, они бывают разные по качеству, то есть эти вентилируемые. Здесь специально есть ушки. Вот они именно идут прям даже по названию право-лево, то есть никогда не ошибетесь. Дальше вот эта часть, она подгибается. Есть такие специальные фиксаторы под цвет, то есть они похожи, то есть они оп, то есть каждый вставляется по отдельности. Ошибок никаких с креплением у мам не будет. Цена на такой кенгурячий чехол бьет пока все рекорды. 7000 рублей. Подходит новорожденным. Вкладка для младенца не нужна. Есть модель еще дороже, за 9000, из ткани плотной. Но ее лучше на зиму присматривать. В этой модели сделана ткань более перфорированная и дает более лучшую вентиляцию. На летнее время обычно родители выбирают именно такие модельки, которые лучше продуваются. Эх, на что только мамы не пойдут, чтобы быть ближе к своему малышу как можно дольше. А прогресс для этого постарался на славу. Нами это проверено.